Утвержден регламент организации проведения заседаний совместных рабочих встреч комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление. Согласно постановлению, дата и место проведения заседаний совместных рабочих встреч определяются по согласованию между председателями комиссии. Заседания совместной рабочей встречи проводятся поочередно на территории Азербайджана и Армении или на границе Азербайджана и Армении или на территории третьих стран или же в формате видеоконференции. Участвующие в составе делегации иностранные эксперты могут выступать лишь от имени комиссии, в состав делегации которых они входят. Армянская сторона сегодня также утвердила регламент деятельности комиссии по делимитации.